Давай, давай! Азарт зрителей зашкаливал. Равнодушно наблюдать за спортсменами просто невозможно. Вернуть во дворы спорт и увлечь им молодежь. Такая серьезная задача стоит перед организаторами турнира «Силы дворов». Те, кто выходит помериться силой, не обязательно спортсмены. Люди, которые за здоровый образ жизни, которые ведут активный образ жизни, ребята, которые хотят прожить этот день ярко, получить эту порцию дофамина. Спорт – это действительно наркотик. Я до сих пор занимаюсь, до сих пор тренируюсь, работаю учителем физкультуры в школе. И плюс провожу вот эти мероприятия. Михаил Кокляев – самый титулованный силач страны. В перспективе планирует запустить телевизионный проект, собрав крепких парней со всей страны. Тобольск стал 9-м из 30 городов, где пройдут турниры по силовому экстриму. Суть не соперничество даже, а именно объединить спортсменов, да, с одними интересами и приятно провести время в такой атмосфере. С точки зрения мотивации, с точки зрения какого-то примера, да, особенно для подрастающего поколения, это, конечно же, очень как бы важная часть данного мероприятия. Силой мерились в 5 этапов. Становая тяга, поднятие бревна весом в 60 килограммов, удержание на вытянутых руках цепей, фермерская прогулка с двумя мешками по 50 килограммов. И, пожалуй, самая зрелищная кантовка 300-килограммовой покрышки. Справиться с этим смогли не все. Есть Южаков! Что ты? Что ты такое? Что ты творишь? Дмитрий Южаков почти все этапы проходил легко, будто играючи. В результате признан лучшим из 8 участников. Считает, что секрет успеха в регулярных тренировках. Потому что занимаюсь каждый день по несколько раз. Вот. Может быть, поэтому сегодня все хорошо выступили. То есть я не считаю себя лучшим. То есть все как бы молодцы. Свои силы охотно пробовали и зрители. 23-летний Максим занимается пауэрлифтингом лишь 3 месяца, но легко поднял штангу 19 раз. Не ожидал. На количество никогда не делал. Обычно на вес, чем больше. Не ожидал. Мотивации дает. Всем такие соревнования. Те, кто собрались на турнир во дворе 5-й школы, точно получили мощный спортивный настрой. Анастасия Терехова, Михаил Куричко. Тобольское время.